были выделены и подтверждены в референс-лаборатории города Киева вирусы от 37 больных, которые относятся к вирусу гриппа А-H1 пандемический. Из 37 человек, у которых выделен вирус указанного типа, 16 человек, это 43,2%, это дети до 18 лет, в том числе в возрасте от 0 до 2 лет, это 5 детей, 7-14 лет, 2 детей, и 15-18, 9 детей. Значит, таким образом, от 0 до 2, 5 детей, от 7 до 14, 2 детей, и от 15 до 18, 9 детей. Среди детей в возрасте до 2 лет, заболевших гриппом, АН1 пандемический, у которых диагноз подтвержден уже лабораторно и не вызывает никакого сомнения, один ребенок в возрасте 1 месяц, один ребенок в возрасте 7 месяцев, один ребенок в возрасте 1 год 1 месяц, двое детей в возрасте 1 год 4 месяца. Но, к счастью, среди заболевших, у которых среди вот этих детей, умерших нет, у которых выделен вирус H1N1. При анализе заболевших гриппом взрослых с подтвержденным вирусологическим диагнозом наиболее поражены возрастные группы. 19-29 лет, на эту группу приходится 11 человек. И 30-39.